Dark wind, dark of mystery, tempting on the right. Smooth sound and shadows, dark wind on the right. Somewhere, some balanced dreams, but it's number one. 3, 2, 1. Dark wind, dark. When there's trouble, you call DW. Dark wind, dark. Let's get dangerous. Dark wind, dark. Better watch out, you bad boys. Dark wind, dark. Это, между прочим, друзья мои, эксклюзивный творческий проект известных музыкантов и актера города Новосибирска «Мультибэнд». Ребята, которые поют песни из мультфильмов, давайте представимся. Прежде всего, это Елена Вахрамеева, это Денис Чекалда. И, конечно же, Олеся Иванова. Знаем мы, что ребят на самом деле не трое далеко и даже не пятеро, а вообще 11 человек в группе. И создатель этой чудесной группы сидит перед нами, Денис. Наш царь. Слушайте, ну вот вы, например, ходили наверняка на спектакли девчонок с первого театра. Да, ходили да. там на музыкальные всевозможные выступления ребят из банды Толкачева, да? И как-то вот какой-то момент вам пришла в голову, что что бы вы их всех не соединить? Как это было так? Первая идея, которая у меня возникла, это, конечно же, музыкальная идея. Ну, более общая. Угу. Ну, что именно исполнять? Так. То есть вы такой сидели дома, я думаю, что-то надо придумать, как-то чего-то не хватает. Я много раз сидел, на самом деле. Много дома сидел. Перед тем, как понять, что я хочу, я много сидел, думал. И эта идея, конечно, ко мне не за раз пришла. Ну, много бессонных ночей, там, не знаю, все, что угодно. И потом уже стал вопрос, каких исполнителей нужно брать, так. чтобы исполнять такую музыку. А исполнителю нужно брать хорошего очень качества. Чтобы были и актрисы, чтобы могли там что-то на сцене отыграть, да? Ну, да, конечно, люди, которые, ну, фронтмен, там, фронтвумен, они должны, конечно, быть живые, это как минимум. Ну, естественно, вокал хороший должен быть. У девчонок потрясающий вокал. Нормальный. Денис, а вы вообще музыкант, по идее, да? Вот вы по образованию, да, по-вашему. Да. Вы не артист. Нет. В отличие от девушек, от Олеси и Елены, которые, кстати, актрисы Первого театра, наконец-то вы с нами. Вот обычно мальчики к нам приходят, да. теперь девчонки, слава тебе, Господи. Хорошо. Благодаря девочки, мне, ну а когда к вам подошел Денис, сказал, что давайте петь песни из мультиков. Что вы сказали? Можно я скажу? А можно мы лучше будем как Виагра петь, сказали вы, нет? Вообще, когда Денис сначала предложил Олесе это, потому что Олеся там, она музыкант тоже, она очень хорошо поет. И когда я узнала, что они собираются петь мультики, это не они ко мне пришли, а я сказала, вы меня должны взять. Потому что я очень люблю мультики. То есть напросилась. Я, честно говоря, напросилась, потому что братья... Ну, Денис хотел взять всех профессионалов. Потому что музыканты, которые у нас в группе, они все очень крутые. С музыкальным образованием. Да, они все очень-очень известные, хорошие. Там лучший барабанщик, лучший там гитарист. Ну, все прям классные. Отовсюду по-лучшему. Да. Выцепили. У Лены нет музыкального образования. Да, у меня нет образования. Она, как еще одна актриса нашего театра, прекрасно поет. Я люблю просто очень петь, и я напросилась в эту группу. Самое интересное, что исполняя такую музыку именно для вокалиста, не совсем важно быть профессионалом, ну, именно вокалистом. Исполняя такую музыку, допустим, там, «Утиные истории» те же, там, «Винни-Пух», нужно просто эту музыку играть. Чувствую. Исполнять голосом. Не петь там по нотам «До, ре, ми, фа, соль», а вот именно проживать ее как актер. Угу. Как история. Да. Лен, вот я за вас сейчас зацеплюсь. Вы за меня запереживали. Нет, не запереживала, это точно. Я понимаю, что вы в хороших руках. Зацеплюсь, потому что вы сказали, что музыкального образования нет, а почему так хорошо поете? Ну, я просто люблю. Это годы тренировки перед зеркалом, распевание? Это годы тренировки в театральном институте, годы дружбы с Олесей Ивановой, которая меня натаскала и научила строить терции и всякие разные интервалы. Вот, и поэтому вот любовь превратилась в такой хобби. Давайте, прежде чем завершить нашу первую часть интервью, что-нибудь еще напойте, пожалуйста. Вот из любименького. Извини, куда сказать, чтобы он услышал? На камеру. Наш солист, извини, что мы поем твои партии. Да. Он просто не смог прийти. Дима, привет. Дим, прости, что мы поем твои партии. Да пойте уже. Life is life, a hurricane here in Duckburg. Race cars, lasers, aeroplanes. It's a Duckburg. My soul in mystery. У,
отлично. Мы будем буквально через пару минут вместе с вами снова продолжать петь песни. Напомню, в гостях у нас сегодня мультибэнд. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Heroes in the Half Shell, Turbo Power! Время пришло в гости отправиться, ждет меня старинный друг. Давайте вместе. Он вовсе не славный, мой друг, самый главный он Мишка, плюшевый Мишка. Но я бы просила спеть мультибэнд эту песню, потому что очень люблю Винни-Пуха и все, что с ним связано. Ребят, а когда вы выбираете репертуар, как это обычно все происходит? Вот сегодня давайте-ка мы начнем с Винни-Пуха. Нет, не начнем с Винни-Пуха, давайте с Чип и Дейла. Как это вообще у вас творческий процесс происходит? Вы же все такие талантливые, все личности, все ругаетесь наверняка. Конечно. Да? Я думала, что мы за партии деремся. Правда? Деремся за соло, кто будет солировать, в какой песне. И очень просим Дениса. Например. То есть он, я хочу решает. Да, он бог и господин этого проекта. Ничего себе, нет, как вы приучили девчонок. Подбираем репертуар от, конечно, от композиции самой непосредственно. Мы смотрим, ну, мы все, в принципе, участвуем в этом. Но есть композиции, которые, ну, невероятно красивые. А есть, ну, обычные, в общем, песни. И еще, конечно, любимые композиции. Те, которые мы любим, которые нас самих завораживают с детства. Потому что надо, чтобы дети тоже знали эту музыку. Так же, как и мы в детстве смотрели эти мультики. И вообще хочется сказать, что эта музыка очень исполнена известными артистами, да, на кстати, самом деле, да, профессионалами. Поэтому... Да, ну, допустим, джазовые музыканты такие, как Эрик Мариенталь, есть такой саксофонист потрясающий, он во многих очень саундтреках принимал участие. Допустим, Робин Уильямс тоже, да, пел. В общем, мы убиваем как минимум трех зайцев. Мы радуем себя, это самое главное. Ну, как, одно из самых главных. Мы радуем публику, вне зависимости от возраста. То есть, да, кстати, кто ваша целевая аудитория? Вот, прежде всего, кто взрослый? Наш возраст точно, потому что все выросли. Мы выросли на всех этих... Много. Нам всем одинаково, я думаю. Мы все выросли на этих мультфильмах. Потом наши родители, которые на этих мультфильмах тоже выросли, потому что они смотрели с их с нами. Оттягивали нас от телевизора. Да. И самое, конечно, дети. Потому дети что тоже приходят. Они на последнем нашем концерте, они так танцевали. Нас так радовало. Мы играли прямо вот для них. Они выходили на танцпол, танцевали. И эти мелодии, они именно вот проникают в их души, я думаю, что ну, там всякие интересные инструменты, аранжировки, они такие, ну, добрые очень. А здесь ему и здорово, интересно, он смотрит мультики, он слушает песни свои любимые, и еще видит кучу инструментов, саксофон, тромбон, труба, бас-гитара, и все это он увидит и думает, что это такое, у нас даже скрипка появилась, 12-й персонаж. То есть у вас все больше и больше, вас уже скоро ни один клуб не потянет, чтобы там все выстрелились, даже вот на нашем, мне кажется, вы бы не разместились, наверное. Не разместились. Ну, хотя вы разместились у нас тут прекрасно. Ну, как хор только, если бы мы шали. Ребят, скажите, а вот наверняка у вас есть у каждого свой любимый мультфильм. Олесь, вот, например, у вас мультфильм из Диснея, какой любимый? Мой любимый мультфильм, ну, не знаю даже, как у всех. Вы даже не задумывались над этим, да правда ли? Нет. Я, например, обожаю Чип и Дейла. Все мультики. И Винни-Пуха. Вот вы, Денис, что любите? Трансформеры. Ну, понятно. Трансформеры, там такой урок. Да, это вы отрываетесь. Отрываемся. Там. Мы единственная песня, где мы можем, ну, как бы включить на максимум звук, да, и просто. Колонки взрываются. Да. Лена, ваш мне «Русалочка». Ну, я Дениса еще. Я с ним работаю на эту тему, чтобы он мне дал сольную песню и вот эту «Русалочкину». Ну, пока не дает «Русалочкину». А самая вот такая, наверное, тоже романтичная песня наверняка из «Короля льва». Night.
красота. Вот на этой чудесной ноте самое время закончить наше интервью. Напомню, что в гостях у нас сегодня была эксклюзивная творческая группа известных музыкантов и актеров города, которая называется «Мультибенд», а именно Олеся Иванова, Денис Чекалда, Елена Вахрамеева. Спасибо большое, ребят, что пришли. Удачи. Спасибо. Вам побольше красивых песен. Спасибо. Спасибо. Приходите к нам. Приходите.